Мы идем за советскую родину, нашим классовым братьям помочь. Каждый шаг нашей армией пройденный прогоняет зловещую ночь. Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Эх, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Вражья сила качнется и сломится на штыках наших доблестных рот. Артиллерией, танками, конницей мы проложим дорогу вперед. Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Эх, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Ротоподъем, тревога! Ротоподъем, тревога! Ротоподъем, тревога! Тревога! Ротоподъем, тревога! Подъем, первая рота, тревога! Подъем, первая рота, тревога! Сомнительно. Ну? Война началась, да? Прорыв? Туда, не до конца. Хватит, давай, бегом. Портянку навернуть не успел. Ногу задрал. Да, сейчас. Держи мужики. Ну, давай. Так, лес будем прочесывать. При оказании сопротивления стрелять. А война? Вот так. Успеешь, придурок. Никуда она от тебя не денется. О! И совета! Рота, слушай мою команду! Вера, Грищо! Юрка, посмотри с той стороны. В сарай не заходи. А чё там? Чё? Ну, если ранен, отлежаться где-то должен. Почему ты не пригнулся? Бесполезно. Когда идешь на пулю, надо идти уверенно. Соседи, с хутора. Соси, пап, дай нам сумеч не пугали, да? Мумс реки щенаут. Надо платят им сделать. Здравствуйте. Он? Он. Немец, поляк. Не спросили. Вы не пошли. Ну и как его взять? Да никак, он застрелился. Правильно, о присяге помнил до конца. Так это их присяга, а не наша. Это для тебя их, а для него своя. Кончай дурацкий разговор. Thank you.
здорово. Сколько раз объяснял. Долго не целься. Браво, браво, браво. Мадам. Мадам офицер. Женщины у нас боевые. Алис из Гуд. Пантма. Орден? Значок. Брашиловский стрелок. Что-то есть? Брашиловский. Министр, по-вашему. Десятку бьем. Может быть, там и пиф-паф? Битая. Саша, у тебя деньги? Опа. Опа. Прошу. Доронин. Угощай. О, прошу. Доронин. А вы понимаете, где вы находитесь? Вера Семеновна, в братской Литве. Мальчишки. Лобей сканул. Лобей. Вожуем, вожуем на мол. Лиса Гару. Помигай. Лемингой. Лемингой. Лиса Гяров. Молодцы. Молодцы, сегодня дома кино смотреть будут, а мы здесь вкалывать. Пошла. Ну, тебя за наши грехи. Юрку за самоволку. А нас с Лёшкой всегда есть за что. А вот Петров-то с Иваном за что на Ряцк попытали? Иван сам напросился в лес. А Петров знает очень многое. Особенно по-литовски. Я и говорю, Ванда, все люди братья. А она немцев ненавижу и все. Она литовка? Не, полька. В иностранку втюрился. Так она ж теперь наша. Я ей про Днепрогес, про Челябинский тракторный. Ну? Ну, а все, какой у меня дом, да сколько я получаю. Воспитание какое, понял? Мелкобуржуазное. Нужно было еще про сталинградский тракторный загнуть и...
что делать. Часы у тебя, Никитин. Все хочу спросить. От отца остались. Умер? Погиб. Именные. Он комбригом был. Вали. Война, что ли, началась? Ох, и придурок ты, Юрок. Нет, Иван, представляешь? Война, а он к ней на белом коне. Голова обвязана, кровь на рукаве. Да. Или шпору ей от него принесут. Она ее запечь просит, другого мужика найдет. Чего другого? Ну, а ну проси пощады! Пусти, черт окаянный! Вань, расскажи что-нибудь про финскую. Что рассказывать? Видишь, снег шевельнулся. Сразу туда пулю. Не успел, они тебя промеж глаз. Вся арифметика. А ты их в лицо-то видел? А зачем мне на них смотреть? А тебе что, не терпится, да? Они не будут воевать на два фронта. Они же никак с англичанами разделаться не могут. Тебе, Петров, не у нас в бригаде, а в генеральном штабе сидеть. Так у них же восстание в тылу начнутся. Документем все встанут. Чего они сейчас-то не встали? Юра прав, кого ты равняешь? То Англия, а то мы. Первая родина рабочих. А чего же они сейчас нас, огневиков, здесь держат? Наш бронепоезд, чтоб соблазна не было. Машина! Точно! Ну, Серега, ты даешь, я тобой восхищаюсь. Да, правда. Ты чё? Очумел? Да кто вас знает, кто вот такие. Юрка, давай! Держь по-русски и во всю глотку. Так ты сразу не разберешь. Испугался, что ли? Ну. Военный городок знаешь? Ну. Давай, давай. Ну, ну. Поехали, ну! Поехали! Привет, отец. Добрый день. А долго? Говорят, скоро война будет. Кто говорит? А с кем, батя? Что говорят? Ракета. Дай. Ты смотри, а? Немецкая. Ну? Откуда-то? Ты еще откуда такой взялся? Из Курска? Из Курска.
хочу, у них оружие есть. А у нас нет, надо отходить. Пошли. Машины! Там дорога. Столько-то. От дяди. Я сам видел. Да. Юнка! Юнка! Могу. Ну, гады. Он вернется. Бегом до тех кустов. Ну, Алёха, ты молодчик. Он ему как тот за мотоцикл. Давай, давай, давай. Воду, воду. Падлы, падлы. Потом, потом, Ваня. Я взгляну, есть ли кто. Все спокойно, свистну. Пересекать рассредоточно. Костя, ты что, заснул? Пошли, пошли, всех не похоронишь. Кажется, опять. Пошли быстрее. Юра! Тише, тише. Успокойся. Успокойся, ну. Лёшка! Откуда ты его взял? Откуда, откуда? В капусте нашел. Ты с ним цацкаешься. А его папаша в нас из кустов стреляет. Брось его к черту и пошли отсюда. Подержи, Серега. Ты так считаешь? Да, я так считаю. Гад ты, урин.
Какой ветеран. Шкурник ты. Все забыл. Вот так вот. Да пусть! Там всего две ракеты было! Пусти! Дай ребенка! Пусти! Смирно! Значит так. Еще раз, кто с оружием баловаться будет, предупреждать не буду. У всех нервы. До ночи сдать пацана литовцам. Где оно, оружие-то? Все. На крыльцо, как подкидыши. Собаки закусают. Ну ладно, жди здесь. Ну что? Поп. У них ксентесы. А нам один черт. Комсрекер. По-русски я не понимаю. Я позову люди. Ребенок у нас. Возьмите ребенка. Какой ребенок? Ваш? Мальчик. На дороге нашли. Может, нам лучше разговаривать в доме? Пойдемте в дом. Что думаете делать? Сдаваться? Сознательность не позволяет. Что есть сознательность? Присяга, понимаете? Но вас убьют. Возможно. До свидания. Какое имя? Неизвестно. Нет. А ваше? Красноармеец Никитин. Красноармеец Кузьмин. Самый-самый. Ты мне все-таки объяснишь, что происходит. Ну, мы ладно. Но армия где? Война где? Оставьте Петрова. Это чего же? Мы все об этом думаем. И об этом надо поговорить. А очевидно, идет маневренная война. Противник, очевидно, прорвался здесь. Мы где-то в другом месте. Возможно, на Кенигсберг. Ребята, там наших! На дороге! Где? На дороге! Наши дни! Видишь, тихо.
Где она живет, твоя Ванда? Шестой дом. Да ты знаешь, как она немцев ненавидит. Ванда, говорю, все народы братья. Мол, тебе это буржуазный национализм проявляется. Она как-то шипит по-польски. Ну, ты умеешь в любви объясняться. Пойду, ага. Да я быстро. Как дела, Ванда? Где немцы, где наши? Пойду, а? Может, ему гимнастерку снять? Да нет, ну что ж, я перед ней в таком виде, что ли? Верно, перед женщиной нельзя. Ладно, иди, Юрка. Только смотри, не на свиданку идешь. Давай осторожнее. Ну, Иван, я пошел. Иди, иди. Про жатву не забудь. Ты что это, Петров, все молчишь и молчишь? Раньше как радио не переставал. Все было понятно, от чего, почему. Теперь все молчит. У тебя, Урин, круг мышления ограничен. Ты можешь понять только то, что видишь. Надо, Ваня. Ай! Пья? Билли, scheint unzufrieden zu sein. Mein junger Freund, was fehlt dir? Да пошел ты. Aufstehen! Ну, это Ваня. Aufstehen, verfluchter! Черт! Я не домерок! Ну, пойдешь один на один!
На, вот возьми. Ты давай смотри, чтоб не засекли. Два патрона. За двоих отметимся. Ну что там? Уходим. Смотри. Один. Я беру винтовку. Винтовку я не дам. Ладно. Я выхожу и поднимаю руки. Ты что? Оружие. Ну смотри, Иван, только без промаха. Как только кинусь, все ко мне. А если немец успеет взять автомат? Успеет, значит, возьмет. Никитин за старшего. Все правильно, только пойду я. Или я. Я. Ясно? Все. Двое вылезли. Костю догнать? Ладно. Патроны тоже два. Er ist gekommen, um sich zu ergeben. Мародерствуешь, Иван.
стыдно? Мародерствую. Жрать охота. О. Бросай все к черту и пошли. Бегом. Зачем пошли? Машина есть. Ребята, берем оружие и уходим быстро. Петров, винтовки не забудь. Степа, я уже за рулем. Ну ты даешь. Значит, побьем их. Ты что, уже выпил? А ну-ка, давай в кузов. Приказ. Приказ. Значит, уже соскучились. Давай, давай. Ну, пока, Степа. Смотри, наша! Выходит, мы ее освободили! Да. Да. Ну. Мотоциклист, Степа! Дави! Черт! Пусти! Боитесь задавить рабочего или крестьянина в солдатской форме? Не мешай, Ваня, не мешай. Ох, мы какие! Ох, мы какие! А Юрка забыли? Забыли! Прекрати! Иван, не надо! Не надо! Не надо! Нам больно! А мне не больно! Хватит юродствовать! Да ты что? Останови машину! Останови машину! Не надо, Петров, так. Со мной так не надо. Я знаю, ты грамотный, сознательный, но со мной так не надо. Носом я тоже. И не люблю, когда со мной. Оставить. Оставить. Иван. Для тебя приказ есть. Что это я вдруг нехорошим стал? На озере двоих завалил. Герой, да? Может, и герой. А Юрка никого не завалил. Он кто? Ну что, поехали? Наговориться никак не можете. Юрке не повезло. Ну ладно. Все. Ein Schwein! Schneller, schneller, schneller! Aus mit Ohren! Ist es nicht so? Was schweigst du und nickst mit dem Kopf? Oder bist du ein Volltrottel? Fahr los, na los! Los, fahr doch endlich los und bleib nicht stehen! Was stehst du denn immer noch hier herum? Fahr los! Tempo! Los, fahr! Fahr doch endlich los! Что это он? Я так не свой ряд стал. А ты что, по-немецки понимаешь? Откуда? Правил понимаю. Los, los, schneller, fahr! Fahr zu! Schneller!
Ein Schwein wie du sollte nicht hinter das Lenkrad. Los, weiter fahren. Los. Tempo, Tempo, Tempo. Алешка, ты чего жмешься? Граната. Ах ты, умелец народный. Рука устала? Устала. Чеку выдернул, а... Вы только вдвоем не держите. Понадейтесь друг на друга, слетимся к чертовой матери. Остановимся в лесу, взорвем. Машины! Если что, будем прорываться. Всем лежать. Стрелять от заднего борта. Я здесь. Степа, давай! Давай, Степа, Смит! Все живы? Все. А граната где? Тю-тю. Быстрее можешь? Почему? Баллоны пробиты. Давай остановимся. На такие баллоны далеко не уедешь. Глуши! Степа, давай сюда. Так, мы со Степой встречаемся у той сосны. Держи патроны. В бой не ввязываться. Иван, смотри. Степа, машину бросим здесь. А бензин слить, она взорвется. Там запаски нет. Давай, беги. У нас на базе одни полуторки были. Степа, иди садись за руль. Садись. Давай, Степа. Ну, давай. Давай. Хорош. Степа, давай толкать. Салага. Слить бензин взорвется. Давай толкать. Что это там? Сейчас, сейчас. У меня вообще-то ноги хотели комиссовать. За баранкой это вроде и ничего. Давай винтовку. Нет. Приказ. Иди, Степа. Давай, давай, Степа.
Порядок, Костя. Замотал меня Степан. Тут немцы вот-вот появятся. А он мне про гражданку рассказывает. Железных нервов человек. Тебе, Степан, за личную выдержку и проявленное мужество объявляю благодарность командования. Служу трудовому народу. И всему личному составу отделения. Ты, Саня, нельзя нам болеть. Лаба Дена. Ламас. Мы, красноармейцы, хотели бы купить у вас еду. Не супранто. Дена. Лабас. Альгин, отнешь Керви? Мы бы хотели получить у вас еду. Мейсто. Мы не продаем. Так у нас и денег нет. Но мы можем оставить расписку. Вы собираетесь вернуться? А как же? Как же мы вас оставим в беде? Мы же за вас отвечаем. Маневренная война. Твоя баба что, не понимает по-русски? У меня не баба. У меня жена. А-а-а. Ну-ну. Костя. Иди за ребятами. Костя. Отойдем. Мы кто? Грабители, мародеры? Мы для чего просим? Ты, ребят, не смущай, у них совесть чиста. Этот чумак уладская. Его тоже можно понять, уклад жизни. Как насчет братства? Брать будешь. И ты тоже. Все, исполнять приказания. Есть. Посветрок. Ты же, дядя, бывалый человек. В армии, наверное, служил. Ты что, не видишь, в каком мы положении? Если так трудно, зачем мучиться? Сдавайся. Посоки к маме, как подет он стал. Стой! Ты что ж, гад, нервы мотаешь? Тебе жатвы жалко, а мы жизнь отдаем. За меня свою жизнь не отдавай. Есть оружие, бери сам. Эй, Кольги. Это хорошо, что ты гордый. Ты видишь автомат? Он немецкий. Мне его не подарили. Придут немцы, мы тебя выпустим. Жену, старуху, детей твоих, свиней, нам чужих жизней не надо. А мы займем круговую оборону. Сдаваться мы не будем, понимаешь? Понимаю.
А что останется от твоего хутора после боя? Понимаешь? Спасибо, хозяйка. Расписку писать? Нет. Больше у нас ничего нет. Могу предложить только винтовку, и то немецкую. Кажется, далеко? Километра два с половиной. Поднимай, ребят. Бери своих и уходи. Офицер, прошу вас, не стреляйте. Спрячьтесь там, они уедут. Делов-то. Как приехать? Одна машина. Подпустим и... Прошу вас. А если продашь? Я? Никак. Да что вы? Айди! Айди! Проводи панов офицеров в сарай, попуксу есть. Айди, Теда, кадры. Вы будете стрелять, а нас сожгут? Значит, мальчишку под залог. Здоровьем своей матери. Мы вас отблагодарим. Я засмотрю. Ладно. В сарай. Эдварда! Эдварда! Попроще принимал. Заводной у тебя папаша. Ка. Так хозяйство прогулять можно. Слава Красной Армии! Немцам тоже кушать хочется. Свинью! Эйч! О! Шиминтингас из Санатона! Deutsche Wehrmacht! Их! Вывесим! Ты смотри, деньги дают.
Все, берите. Брось, отец. Успокойся. Бывает. На! Не надо. Сын смотрит. Жена у тебя хорошая. Хозяйство. Гивянимас. Шунишка с гивянимас. Деда. Куда его? Расписку. Что? Расписку. И с собой им дай. Иди, Киранин. Гора. Надоело прятаться. А жить тебе не надоело? Подожди, там Урин и Степа. А чего он остановился-то? Schauen Sie mal nach, Soldat Müller. Na, was ist da? Hier sind die Toten. Ein Friedhof. Kommen Sie zurück, Müller. Выходить на берег! Рука! Руки! Положить документ. Отойди. Отойди! Сам есть боец Красной Армии. Вы имеете командира? Ведите. Курсант Вильнюсского пехотного училища Стонкус Йонас. Давно не ел. Пенькюс Дионас. Пять дней. У нас есть что-нибудь пожевать? Ага. Ты литовец? Так есть. Вольно.
Держи. Домой пробираешься? Мы дом советская власть. Ладно, ладно. Ешь, потом расскажешь. У вас караульная служба плохо поставлена. Почему никто не охраняет? Слушай, откуда он взялся, а? Да как тебе сказать, Костя? У речки познакомились. Товарищи бойцы были задержаны мной по причине недостаточной бдительности. Угу. Чего же вы так? Еще один Петров на мою голову. Сюда, сюда! Тут они! Да откуда же они взялись, ага? Ой, папаньки, ты что ж это ротик? Сдымай, кучай, кучай, сдымай! Немцы ж прыгают, убавшись, убьют же тебя! Тихо, баба! При присяге нельзя на штатское! Тихо! Убьют же! Немцы есть в деревне? И наших нет. А из штатских есть кто, из мужиков? Есть! Учитель Петр Николаевич! Мойтесь и вы. Белизна мужика там. А у вечера ваша помыла. Спасибо. Петров, смени Серегу. Есть. Гаремно вы беспокоитесь, а немцам тут робить нема чего. Яны на восток пошли. А ты почему не в армии? Нас предали. Кто вас предал? Саша. Есть. Их же окружили. Самолеты, танки. Куда же им с винтовками? Аля. Вы не подумайте. А мы не думаем. Иди мойся. Оружие прихвати. Зачем? Зачем, чтобы нас не предали. Что ж это вы? Разве так можно с людьми? Я гляжу, у вас оружие немецкое? Немецкое. А у вас? А нас бомбили. Потом танки. Командиров нет. Вообще непонятно, кто и где. И домой, да? Так. А что, с винтовками супертанков? Ну да, страшно стало. Страшно. Ты, говорят, учитель. Так, назва одна. До войны посылали в Могилев, два курса отучился, потом в армию. Здравствуйте. Кем ты был? Замполитрука. Газеты читал. Газеты. Так он же не военный. Загадали читать, читал. Так. Первый парень на деревне. Послали учиться. И этот первый парень из армии сбегает. Ёмте, что виноваты? Гора и есть гора. Что ж вы, ели, пили? Тише. Добро. Вот вы идете. А якая их армия, вы видели? Якая организация? Яны уже под Смоленском, раз месяц в Москве будут. Другие тоже, вось так, как вы, в штыки. Одеянные. Мертвые лежать. Есть мертвые, а есть павшие. И мы выиграем эту войну, которую ты уже проиграл. И судить тебя будем. Сейчас враг силен, и вы растерялись. И страшные смерти ничего не видите. Но я, командир Красной Армии, говорю вам, есть в России и другие люди, для которых выше смерти долг и совесть. Уходим. Да, уходим. Учитель с ними пойдет.
В одной нашей деревне, почитай, человек 12. Слушай, а Петрова верно? Слушай, а лишь там есть, а? Мужики-то сладко. Вы пришли. Наш день придет, и мы вернемся. И спросится тогда с каждого, где ты был, когда земля твоя корчилась от боли? Где ты был и чего ждал? Ты и ты, из кювета, от самой дороги. Только пугануть. Есть. Серега, смотри, 2-3 очереди назад. Алешка, Петров, если ранен, придется вытаскивать. Так что вплотную, лесом. Давайте. Гранату оставь. Мы втроем отсекаем. Три очереди и отход. Правильно. Сходи. Командир давал приказ отходить совместно. Все! Я имею приказ отходить! Правильно. Отходи. Отходи. Бери и отходи сам. Как ты имел совесть подумать?
Патроны есть? Куда? Пошли, пошли. Дай-ка планшет. Ну вот здесь мы, а здесь уже фронт. Быстро доберетесь. А товарищ Сталин где? Сталин на месте. Ну а что? Что-что? Почему? Как могло, ну? У нас ведь была такая превосходная армия. Танки, самолеты. Что произошло? Самолеты у нас и сейчас есть. Армия, как и была, самая лучшая. Внезапное нападение. А Сталин? Что Сталин говорит? Он и сказал, коварное нападение. Основные их силы мы уже перебили, но и у нас есть потери. Отечественная война объявлена. Отечественная? Опять? Это как с Наполеоном? Считай почище. Все. Тыл и фронт. Дети, женщины. Старики, все забудь. Все болячки, все личные дела, завяжи пупок и бей. А бей, чем можешь, ясно? Ясно. Служим трудовому народу. А эти разговоры, ребята, почему самолеты, танки, это вы бросайте. Паникерские разговоры. И чтоб вы знали, всякие среди... Всякие среди окруженцев люди есть. Проверять надо. Это кто же окруженцы? Кто-кто? Да вы вот. А теперь я с вами. Здравствуйте. Здорово. Там этот ваш товарищ на дороге остался дозорить. Понял. Давай. Осторожно. Планшет? Здесь. Номер полка запомнил, сразу сообщи. Ну ты хоть одного-то сбил? Сбил. Сбил, отец. Ну тогда герой. Вот сейчас поедем. А. Вечер у нас серьезный. Кладусь. Еще при Николке был. Спасибо тебе будет, отец, от всей Красной Армии. Ага, сам Ворошилов приедет руку жать. Всем руку пожимать. Времени не хватит. Мы проводим. Кузьмин со мной. Есть. Курин за старшего. Ну, утром вернемся. Не обижайся, пехота. Путь. Ты, Красная Армия, сидишь. Немец по твоей земле гуляет. А ты сидишь, спишь. Скажи, мать, толком, где? Да вода полна, станция немцев. Двоих бойцов они привезли. Двоих бойцов? Ага. Тут рядом. Рукой подать. Одного там мертвого, а другой живой вроде еще был. А повесили обоих.
Так. Где ты говоришь, станция? Съездим, а, Петров? Бабка дорогу покажет. Ты что выдумал, Иван? Гранату дай. Одно больше не успеть. Нельзя без приказа. Ты еще будешь. Слыхал, как они над Серегой? А может, это не наши? А для меня все наши. Беги к тетке. Беги. Много их говоришь? Много. Ну, двух рожков мне хватит. Документы, медаль, Косте передай. Ну и поклон мой. Ага. Да ты, сынок. Поехали, поехали, мать. Я еще живой. Иван! Иван! Чего тебе? Подожди, я еду с тобой. У них фора. А если проиграют, что тогда нам с ними делать? Какие веревки видеть? На что они надеются? Мы с ними на их языке разговаривать не будем. Мы Красная Армия, у нас своя мораль. Мы теперь за них сражаемся и за всех. Это ты за всех, а я за себя. За Юрку, за Серегу, за бабку вот. Сам что сказал? Братья и сестры, вот за них. А где твой Карл и Липних, ты Клары Цеткин? Каждый на своем месте. Очевидно, есть тактические соображения. Но когда мы побеждать будем, немцы вспомнят. Для чего вспомнят? Да братьями стать. Им бы сейчас стать. История, Ваня, мы первые. Наша задача выдержать, не стать усталыми. Забыть о главной идее, за что сражаемся. Был ты полудурок, полудурком и помирать едешь. Газет начитаешься, забастовка во Франции. Но чё тебе это Франция? Родственники у тебя там, что ли? Вот же твои люди, твоя земля. Об одном жалею. Заглянуть бы ей Германии в глаза и спросить. Ну так что? На что ж твои детки нашу землю терзали? Вот что интересно. Ничего. Спросят. Спросят с фашизма, а не с немецкого народа. Да. И все забыть. Нет, Петров. Нет, дорогой мой Саша. Не для этого мы помирать едем. Я, по крайней мере. Thank you.
Стоять! Мужики. Мины, мужики. Так. Я пойду первым. Фронт. Точно вышли. Хорошая карта у летчика была. Смотри, такой грохот. Они не подходят. Боятся. Вот скоты, а. Нет, побьем бы их, Лешка. А? Ну-ка, сними. Перевязываться будем. Давай. Кого? Болел на гражданке. Затянул. Эх ты.
у меня пузатая. В сентябре разродится. С ума, небось, сходит. Где я? А я вот он, сражаюсь за родину с тобой. Костя! Почему ты раньше ничего? Уже не говорил. За кого? Да не спи, не спи. Стой, кто идет?